был лучшим театром республики, основанный в 1922 году в Киеве, в 26-м Березиль, позже он станет носителем Тараса Шевченко, переносят в Харьков, тогда еще столицу Украины. Здесь он становится настоящим флагманом театральной культуры страны. Основатель театра Лесь Курбас смело экспериментирует. Исконно украинский бытовой театр не для него. Постановки Курбаса метафоричны, наполнены философским смыслом. Вот он до самых последних дней работал вот на этой сцене. Естественно, театр преобразился. В 61-м году началась реконструкция, и зал был полностью изменен, потому что это была старая архитектура. Архитектура изменилась, дух остался. Первое, что видит зритель, войдя в театр сегодня, скульптурное изображение Леся Курбаса. На стенах сцены из его лучших спектаклей. Это текст пьесы. Его экземпляры пьес в архивах театра сохранились с 20-х годов прошлого века. Чудом выжили в годы репрессий и войну, и эти фотографии. На них Курбас рядом с друзьями и семьей. Неизменно подтянутый и элегантный. Если бы вот пришлось кому-то из нас повстречать его на улице Карла Липкнехта, как тогда называлась улица Сумская, в конце 20-х годов, то, может быть, мы бы признали в нем европейца, приехавшего там из Парижа. Собственно, он выделяется среди всех. Легкий, красивый, высокий, стройный, интеллигентный, парящий, мечтательный. Он выделялся из толпы, этого ему и не простили, уверены шевченковцы. Постановки Курбаса вызывают восторг зрителя и разносятся в пух и прах критиками. Наконец, большевики усматривают в них контрреволюцию. Художник и влада. Если ты служишь владе, то ты должен выполнять их программу. Треба знищити було наш український інтелектуальний український театр. Заслуженный артист Украины Александр Гава феномен Курбаса изучает 35 лет. Считает, долгие годы Курбас потакал большевикам. Как только решился на шаг в сторону, поставил злободневные «Мына Мазайла» и «Народный Малахий», поплатился. С 30-го года прошлого века Лесь Курбас жил здесь, на улице Культуры, 9, в Доме Слова. Так его называют во многих художественных и мемуарных произведениях. Здание просто-таки легендарное. Его спроектировали в форме буквы «С» – «Слово». Символично, ведь строили его на деньги литераторов и для них. Кроме Курбаса здесь жили Остап Вишня, Наталья Ужвей, Антон Крушельницкий. Целая плеяда деятелей украинской культуры. До 1938 года жильцов более чем половины квартир репрессировали, многих расстреляли. Леся Курбаса арестовали в 1933-м. Колоссальную роль сыграли завистники. С тех пор квартира несколько раз меняла владельцев. О знаменитом соседе в подъезде мало кто знает. Очень много отсюда забирали прямо. Мы до войны здесь не жили. Мы же на войне жили на квартире на Клочковской. А когда приехали после войны, ну, может быть, потому и квартиру освободили, что людей отсюда кого-то забрали. Я даже не знала, что здесь жил Лесь Курбас. Не знаю, что в нашей квартире жил Сосюра. Последние годы своей жизни он провел в лагере на Соловках. Курбаса вынудили себя оклеветать. Он признается в заговоре. Цим заявляє про своє цілковите і остаточне роззброєння у відношенні до радянської влади і признаюся в тому, що належав до контрреволюційної організації УВО. Копия этого заявления хранится в Харьковском литературном музее. Из архивов КГБ сюда попали и оригиналы уникальных документов. Это паспорт Леся Курбаса и фотокартка – одна из последних прижиттєвих фото Леся Курбаса. Как раз, когда его заарештовано было, и он был сфотографований, власне, уже в тюрьме. Его расстреляют в 1937-м, реабилитируют посмертно спустя 20 лет. До этого даже имя режиссера табу. Заслуженная артистка Украины Рима Кирина долгие годы дружила с вдовой Леся Курбаса Валентиной Чистяковой. К ней домой приходила, была у нее часто, много разговаривала. Но о Курбасе она молчала, не говорила ни слова, потому что было время такое, когда нельзя было говорить о нем. Вдова и мать знаменитого режиссера похоронены в Харькове. Здесь же прикопана горсть земли с Соловков, где погребен сам Курбас. Возведена стела.
Цветы к могиле пантеону харьковчане несут уже несколько дней. А в театре Шевченко делом чести считают продолжать то, что ему не дали. Комедию «Мына Мазайла» на сцене украинской драмы играют уже больше 20 лет. Та энергия, которая была заложена Курбасом, это как намоленное место. Екатерина Морозова, Алексей Жучков, «Объектив. Неделя».